Так, мы приближаемся к своему центру белого леса. Ваня говорит, что там что-то уже пошло у него. Кстати, тут вот конкуренты. Вон они. Очистки свои оставили. Надо будет посмотреть здесь еще грибницу-то. Как бы только ногой не задеть. О, беленький какой. Ой, красавчик. О, это вообще просто капитально. О, толстая ножичка. О, это говорит о том, что всех питательных веществ ему в избытке. Это первый признак. О, толстяк. Да, если что-то не хватает, ножка сразу тоньше делается. Так, а я вернусь назад немножко. Там я прошел, очистки видел. Сейчас буду осматривать это место. Ваня говорит, что у нее еще два белых. Маленькие. Ну вот видишь, конкуренты орудуют. Не дают им перерасти. Да, но вот вполне реально за один день такому вырасти. О, а вот этот уже да. Этот серьезненький. О, зато красивый какой, а. Как он красиво. Ой, тут еще, а нет, это ветка. Я потрогал, думал, что это еще вот один белый. Это походу подосиновики растут. Это беленький, да. Кстати, да. Похоже на подосиновик, альбиносик. О, красавчик. Что надавил? Да, поганочки. Так, а это реально подосиновики? Или... Ну-ка. Слушай, ну точно подосиновики. Альбиносики. Подосиновик, альбиносик. Смотри, сколько здесь их. Ты думаешь... Тут только два? Не, вот. Вот еще. И еще. Они, кстати, любят серийность. Вон, смотри, какие. Давай их срывай тоже до кучи. Их пока не надо. А? Их пока не надо. Почему не надо? А вот тут третий белый. Ну вот, смотри. Третий белый. Еще третий. Раздавленный. Блин, слушай, там, может быть, я ногой тут? Может быть. Прошелся. Ну, не совсем раздавленный, но сбитый. Да, в такой листве вполне все что угодно может быть. Ой, слушай, подосиновики бери. Вань, ты чё? Или ты хочешь, чтобы они подросли? Они не будут расти уже. Мы их открыли. Все, вот смотри. Я тут книжки прочитал. Раз, два, три, четыре, пять. Пять подосиновиков. Да в книжке можно что угодно написать. Да, не про это, что ворошить нельзя. Да, а если ты... Покров. Да, если ты проворошил, все, он, рост прекращается. Я уже сколько раз заметил. Или наоборот, это бывает ветками. Прикроешь, и все. Да, точно подосиник. Видишь, он даже синеет там немножечко. Вот. Пять штучек. Отлично. Ну что... Отличный улов идет у нас. Так, давай в Ванину корзинку заглянем. О, корзинка у нее трехведерная. О, богатство какое. Так. Так, ну что, ищем. Рыщем. Даже не ищем, а рыщем. Вот и опятки пошли у нас. Да. С толстыми ножичками. Вот то, что нужно. Сразу вспомнил. Вон какие. Вон какие. Но есть еще такие поганистые. С тонкими ножками. Я их не люблю. Их собирать. Собираешь, они в крошку крошатся все. А вот эти с толстыми ножками. Вот они. Вот самое то.
О, маховой белый. Ой. Как красиво. Любой гриб, который в мху растет, это просто наслаждение эстетическое. Ой, что-то у нее ножку немножко надломилась. О, какая. И лес красивый, березовый. Да, вот опять вышли. Опять черничник. Опять мох. Травка. Кругом продуваемое и солнечное место. И вот они, пожалуйста. Вот они. Ой, да какие-то, ёлки-палки, это еще не тронутые, но это будут красавцы еще те, ёлки-палки, а. Ваня, все, ты у меня отнял право грибня. Толстоногие. Это, да, это уже грибня теперь. О, ой, да, еще. Ой, да там еще две штуки. Три. Три, четыре, пять. Смотри. Ой, да слушай, да вообще, да, подожди, давай сосчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну все. Двенадцать, вот маленький. Двенадцать. Ну ты мой рекорд. Жалко рвать-то, они как... А они не выросли, они уже расти не будут. Все, ты сейчас здесь вырвешь. Вот, ой, ну вот это вообще... Фантастика. О, они еще двойные. Двойной, двойной, я говорю. Его можно как за один сосчитать. О-о-о. Вот это да. Вот это сюжет. Вот это сюжет. Ну как эти ты сейчас будешь собирать? Это вообще. Если еще один, то это будет уже 12-й. Если маленький, ну а чего? Маленькие, солить, супчик. Пожалуйста. Слушай, вот это куча. Блин, можно, да? Лопатой копнуть. Слушай. Как картошка. Слушай, вот представь, они бы все вот так вот взяли бы. Кучка, это вот это. Слушай, там не 12, там больше их. Ёлки-палки. Ваня, ну-ка посчитай. В одной. Вот еще. Ну-ка считаем. Сосчитай, сколько их там будет. Я еще откопаю. А представьте, они сейчас все вырастут. Вот, ну, надо его как-то кучей достать сразу. Ой, блин, отломал. Да. Раз, два, три, четыре. Ну вот, оставишь их сейчас. Как 8, конкуренты 9, завтра пойдут, 10, все. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Двадцатка, короче. Короче, 20. Плюс-минус. 20 маленьких. И плюс 2 больших, 22. Нет, это с большими 20. А, 20 с большими, да? Ну все, Ваня, мне тебя не догнать по количеству. По оптов. Лопаты нет. По опту. Лопаты. По опту ты меня обогнал. Так, это еще не все. Вот еще одно. Это же грибница. Во. Вот она. Это же грибничка. Ну, это Ванин белый. Вот, мы тут, у нас тут свои правила. Грибницу, если Ваня нашел, грибница вся его. Если я нашел, грибница моя. Вот. И еще надо смотреть. Но самое интересное, что вот этот беленький. О, два. Тут два, два. Ваня, уже 22. 22. Вот. Самое интересное, что вот этот беленький я не визуально нашел. Я немножко задел его ногой и почувствовал, что что-то такое под ногой у меня, под травой, его не видно было. Вот, и вот глянул, смотрю, стоит, но не сбил, не сбил. Вот что с этим делать? Как это почистить? Ой, слушай, ну это потрясающе, картина Репина. Так, стой. Еще один маховой. Ну, они любят мох-то, любят. Вот.
Прям хоть фотосессию делай. О, красиво как. А ты чувствуешь, у нас одни белые. Одни белые. Белая грибалка у нас совсем. Так, то вот эти вот немножко покрупнее пошли. А все-таки вот... Опа, тут еще один, тут троица. Вон а что она. Вот они. Тут не два, а три, оказывается. Ох, красавчики. Опа. Это какой-то изъеденный слизняк. Кыш отсюда. Так, и не три, а четыре. Вот тут еще один выглядывает. Вон он. Вообще не... Ой, пять. Ну вот и на. Тут целая грибничка была, оказывается. Вся под листьями, под травой, ничего не понятно. Ой. О, какие. Пошел Ваня волнушку отдавать. И вот сразу под ногами появились у меня вот эти вот пятерочки. Но это еще не все. Тут еще этот самый... Корзинку я оставил вот, потому что тоже беленький был. О, это тоже красавчик. О, как приятно таких собирать. Ваня там тоже пачку нашел, да? Малышня, это хорошо. Ну, я бы не сказал, что малышня-то. Раз, два, три, четыре. Что-то, мне кажется, больше, нет? О, раз. Вот он, маховой. Ну, это детский сад точно. Он еще один стоит, выглядывает, да? Ну и пятый-то вообще шикарненький. Вот он. Там и под березовик он. Но я думаю, что Ваня его брать не будет. Будешь или нет? Нет. Нет. Я бы тоже не взял. У нас сегодня белая грибалка. А чувствуешь, эмоции такие у нас уже поуспокоились такие. Уже так спокойненько собираем. Ну вот, еще пять. Вот, валяется, так зарезал. Да. Ну вот, еще пять беленьких там. Еще два. А первый раз, когда мы с тобой здесь собирали, такие охи-ахи были. О, кучка. А когда вот в руках держишь, так это вообще одно удовольствие. Пятерочка. Этот причем уже солидненький. О. Только что-то у нее ножка. У-ху-ху-ху-ху. Ножка у нее съеденная. Но зато шляпочка целая. И, кстати, вот опять резаные. Опять здесь резаные. А рядом, совершенно рядом, стоит беленький. Уже вырос. Может быть, резали два дня назад. Ух ты, да еще с длинной ножкой. Не короткий. Ой. Ваня там нашел. Что, конкуренты лоханулись, значит, да? Крупные прошли. О, крупненькие действительно. Раз, два. Да. Вон они. Да. Слушай, три на одном участке. Причем вот эти вот большие, вот они. Большой этот выше среднего. Тоже. Вот выше среднего. И третий. Третий тоже такой же. А это о чем говорит? Что вот именно в этом месте они вообще не проходили. Ну вот этот вообще толстоножечный.
Ну вот смотри-ка, тенденция все-таки к утоньшению ножек есть. Это значит еще буквально несколько дней, и, наверное, волна пойдет на спад. Опа, Вань, вот еще один у тебя здесь. Смотри. О, сейчас я покажу. А это уже поменьше. Не один, а два даже. Парочка. Ой, какие красивые, молоденькие. Вот эти вообще очень хорошие. Вань, вот здесь еще. Вот здесь. О, красавцы. А у меня вот, а где корзину-то оставил? Где-то там. А, там. Вот, короче, там где-то. Там у меня тоже беленький попался. Так, и тебе надо круг здесь сделать. Смотри. Раз конкурентов здесь не было, значит, вполне может быть еще. О, сразу пачка. Вот. Вот так и надо. Так, а где у меня там? Сейчас мы посмотрим. И вот все здесь, все способствует росту белых. И черничник, и мох, и травка. Проветриваемое светлое место. Ой, отлично, все. Так, корзинку я вот поставил. Значит, где-то здесь гриб должен быть. Я уж и не помню, где его тут видел-то. Вот прикольно ведь. Ведь корзинку поставил, да? Значит, где-то здесь гриб должен быть. То есть я около гриба поставил. А найти не могу никак, не вижу его. Вот только вот с этой стороны зашел, увидел. Маскировка предельная. С этой стороны он закрывается. О, берестой. И практически не видно его. Ой. О, красавчик. Весь в мусоре, но это ничего. Это мы очистим все. О, совсем малыш. Но не очень мал. Ой, тут два. Два их. О. А вот еще один. О, двойнички. Ну, это точно вот однодневочки такие вот выскакивают. Вчера наверняка здесь была толпа. А вот это вот то, что вылезло уже после их сбора. Пока я там этих режу. Вон Ваня зовет, что-то у него еще тут. Подберезовички тут по пути попадаются красивенькие. О, шоколадничек. Ну, идеальный подберезовичек. Вон там еще один стоит, кстати. О. И у Вани там еще. Так, Ваня, идем к тебе. Что за улов у тебя там? А, так, такое частенько бывает. Я вам корзинку поставил около гриба. И дальше я и не вижу ничего. Так, это вот один, да? Один? Три. Три? Блин, а вот точно три. О, Ваня, у тебя красавцы. Слушай, вот когда вот они не так блестят, такие, о. А эти в черничники вообще забрали, в черничник. О. Вот пропустить такие элементарно. Насчет раз. Ваня, я теперь узнаю. Пошли пачки у тебя, как в прошлый раз. Серии. Да. Но прошлый раз серию мы не переплюнем. Что у тебя там, 24 или 22 было? 22. 22 белых в одной кучке, 20 на 20 сантиметров. Не, ну смотри какие, а. О! Это вообще потрясающе. Сейчас выберем потихонечку здесь все. Так, а вот и у меня парочка. Большие. И
добавок еще и маховые. О. Ух ты! Какая у меня ножичка красивая. Ой. Это красавцы. Однозначно. О. Пузатенькие. Ух ты! Ну пусть не 5 штук, как у Ани, но все равно красивые. Чуть больше среднего размера.